Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем вязать ажурный узор, часть 2, 25 ряд. Первую петельку мы снимаем, следующая лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, затем 3 лицевые в подряд, первая лицевая, вторая лицевая, третья лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. Затем 2 лицевые, 1, 2 провязываем. 2 лицевые с наклоном вправо, переворачиваю лицевые и провязываю 2 вместе. Накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. 3 лицевые подряд, 1, 2. Третья, накид, 2 вместе с наклоном влево, затем 2 лицевые подряд, 1 и 2 провязывается, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая и кромочная, изнаночная. Все, 26 ряд вяжем самостоятельно. 27 ряд. Первую кромочную снимаем. Так, 2 лицевые. Первая лицевая, вторая лицевая провязывается. Накид. 2 вместе с наклоном влево. Затем мы провязываем 5 лицевых подряд. Первая лицевая, вторая лицевая, третья, четвертая, пятая. Затем 2 вместе с наклоном вправо. 2 лицевые с наклоном вправо. Провязали. Накид. 3 лицевые подряд. 1, 2, 3. Накид. 2 лицевые вместе с наклоном влево. Затем 5 лицевых. 1, 2, 3. 4, 5, 2 лицевые с наклоном вправо, накид и еще 2 лицевые последние провязываем. Первую, вторую, кромочная, изнаночная. Так, это у нас был 27 ряд. 28 вяжем самостоятельно. 29 ряд. Первую кромочную снимаем. 3 лицевые провязываем. 1, 2, 3, накид, 2 вместе с наклоном влево, затем 3 лицевые подряд. 1, 2, 3, 2 вместе с наклоном вправо. Все переворачиваем. Смотрите внимательно. Накид. 1, 2, 3. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 2 вместе с наклоном влево. Затем 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 лицевые с наклоном вправо. Накид и 3 последние лицевые. 1, 2, 3 и кромочная, изнаночная. Так, это у нас 29 был. Теперь у нас 30 ряд, изнаночный. Вяжем по рисунку. Проверим. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Все верно провязано. Это у нас был 30 ряд. Вот так вот выглядит узор. 31 ряд.
Первую кромочную снимаем. Так, одна лицевая, две вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, две вместе с наклоном влево, лицевая, две вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, две вместе с наклоном влево, лицевая, две вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, две вместе с наклоном влево, лицевая, две вместе, как бы сейчас еще не ошибиться, так, лицевую провязали, две вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, две вместе с наклоном влево, и последняя лицевая и кромочная изнаночная. Это у нас был 31. 32 изнаночный вяжем самостоятельно. Вяжем 33 ряд, и у нас появилось новое обозначение, буковка М. Значит, здесь нужно будет снять одну петлю как лицевую, провязать 2 петли вместе лицевую и протянуть полученную петлю через снятую. Дойдем сейчас до этого. Так, первую кромочную снимаем, затем провязываем 2 лицевые вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевые провязываем, первая лицевая, вторая лицевая, третья лицевая, накид. Вот теперь делаем буковку М. Снять одну петлю как лицевую. Сняли. Вот, смотрим внимательно. Затем провязать 2 петли вместе лицевой. То есть, смотрите, они у меня смотрят туда, налево. Нам нужно, чтобы они смотрели направо. Я их переворачиваю. Вот, то есть, правая дужка должна быть на спице. Провязываю 2 вместе. И накидываю ту петлю, которую снимала. То есть, у нас должна получиться такая, как галочка. Вот, две дорожки должны сойтись, вот это и вот это. Так, значит, дальше накид, 3 лицевые, первая, вторая, третья, накид, и опять это буковка М. Первую лицевую снимаю, то есть у этой лицевой должна быть дужка левая на спице, а правая за спицей. Вот я ее снимаю. Затем они у меня перевернуты, я их поворачиваю, чтобы правая дужка была на спице. Вот она. Провязываю 2 вместе и скидываю ту петлю, которую снимала. Затем накид, 3 лицевые, первая, вторая, третья. И опять эта комбинация. Накид, первую снимаю, 2 лицевые переворачиваю, чтобы правая дужка на спице были, провязываю 2 вместе лицевой и протягиваю ту петлю, которую изначально снимала, одну. Затем накид, 3 лицевые, первая, первая, вторая, третья, накид и 2 петельки вместе с наклоном влево. Провязали. Кромочная, изнаночная, 34 ряд, 27 петель у меня, вяжем самостоятельно. 35 ряд. Так, раз, два, три, 4 лицевые. Значит, кромочную мы снимаем, провязываем 4 лицевые. Первая, вторая, третья, четвертая. Затем 2 лицевые вместе с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, затем 3 лицевые подряд, первая, вторая, третья, накид, 2 лицевые вместе с наклоном влево,
затем первая лицевая, вторая лицевая провязали, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, и осталось у нас 4 лицевые. Сейчас посмотрим. 1, 2, 3, 4 и кромочная, изнаночная. Так, следующий ряд 36, вяжем самостоятельно. 37 ряд. Кромочную снимаем. Так, 3 лицевые подряд. 1, 2, 3. 2 лицевые вместе с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 лицевые вместе с наклоном влево. Затем 5 лицевых подряд провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. 2 петельки вместе с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые подряд провязываем. 1, 2, 3. Накид. 2 петельки вместе с наклоном влево. И последние 3 лицевые. 1, 2, 3 и кромочная, изнаночная. 28 ряд. Вяжем самостоятельно. 39 ряд. Первую кромочную снимаем. Провязываем 2 лицевые. 1 и 2. Затем 2 петельки вместе с наклоном вправо. Накид, 5 лицевых, 2, 4, да, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 петельки вместе с наклоном влево, затем 3 лицевые подряд, 1, 2, 3, 2 петельки вместе с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 петельки вместе с наклоном влево, и у нас должно остаться 2 лицевые, 1, 2 лицевая и последняя петелька кромочная. 39 провязали, 40 все изнаночные вяжем самостоятельно. 41 ряд. Первую кромочную снимаем. Лицевая 1, 2 петельки вместе с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 петельки вместе с наклоном влево, лицевая 1, 2 петельки вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 петельки вместе с наклоном влево, 1 лицевая, 2 петельки вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 петельки вместе с наклоном влево, лицевая, 2 петельки вместе с наклоном вправо, вправо, накид, лицевая, накид, 2 петельки вместе с наклоном влево. И последняя петелька лицевая и кромочная. Давайте проверим. Это у нас был 41, 42 ряд.
все изнаночные. У меня 27 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая, двадцатая, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Все правильно. Теперь вяжем 41. Так, это у нас был 41. Теперь вяжем 43 ряд. Так, первую кромочную снимаем, 43 ряд. 2 петельки вместе с наклоном вправо. Я их переворачиваю, провязываю накид, 3 лицевые подряд, первая, вторая, третья, накид. Теперь смотрите, буковка М, мы одну петельку снимаем, 2 лицевые поворачиваем, чтобы они смотрели направо, провязываем их вместе и накидываем ту петлю, которую снимали. Накид, 3 лицевые подряд, первая, вторая, третья. Накид, опять это буковка М, то есть 3 петельки вместе лицевой, 2 я переворачиваю, провязываю вместе и накидываю. Накид, 1, 2, 3 лицевые провязываем, опять эта комбинация, накид, одну сняли, 2 лицевые провязали вместе и накинули снятую петлю. Накид, 3 лицевые, первая, вторая, третья, накид и 2 вместе лицевыми с наклоном влево. Последняя кромочная. Провяжу я 44 ряд и покажу вам узор. Это 44 четный ряд изнаночный. Так, провязали мы 44 ряда. Вот как у нас смотрится узор. Классно, да? То есть мы от этих пор провязали вверх вот этот вот ромбик. И у нас уже формируется следующий ромбик. Видите, наверху. Очень красиво смотрится. Это продолжим. Это третье видео выйдет. С 45 и вверх. На сегодня все, мои хорошие. Пока-пока. Увидимся в других роликах.